Прокурор? Звонили из тюрьмы. Фарад хочет увидеть вас, это срочно. А что? Не знаю, вы пойдете? Я сегодня занят, не могу поехать. Если срочно, приведите его сюда. Как скажете. Снимите наручники. Господин прокурор, снимите, пожалуйста. Я хочу обсудить с тобой кое-что важное. Хорошо, давай поговорим. Поговорим. Но сначала... Эрдем? Эрдем! Помнишь, мы всегда ходили в эту шашлычную? Как я могу забыть? Я соскучился по тем временам, когда мы обедали. Разговаривали, Фарад. Кто знает, когда снова сможем пообедать. Эрдем? Я же просил никого не пропускать. Господин прокурор, как здорово снова видеть вас тут. О, выглядит очень аппетитно. У вас хороший вкус. Я тоже очень проголодалась. Господин Тахир? Я думаю, было бы неправильно, если бы вы встретились с моим клиентом без меня. Друзья, я вспомнил еще кое-что, это важно. Что, рассказывай. Той ночью я спал. Домой кто-то пришел. Два раза позвонил в дверь. Домой кто-то пришел. Ладно. Помнишь, кто это был? Уверен, что позвонили в дверь? Да, очень. Нет, я спросил, потому что мы изучили все записи с камер, которые были возле здания. Но в это время никто не заходил в здание и никто не выходил. Не все записи. Определенное время не записали. Ну или либо удалили запись.
Мы это изучили. Возможно, в системе произошла ошибка. Фарад, все, что ты вспомнишь об этом случае, до звонка или после, мне без разницы. Сразу сообщи мне, хорошо? Я вам сообщу. Я знаю, ты будешь злиться на меня, но я должна сказать. Я понимаю, это твой близкий друг, но я не доверяю прокурору Тахиру Фарад. Джим Рэй, он один из тех, кому я больше всего доверяю. К тому же он мой близкий друг, не забывай об этом, хорошо? Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.